докладчика Вячеслав Всеволодович Иванов. Пожалуйста. Спасибо. Тему только объявите сами. Спасибо. Я собираюсь говорить главным образом, но попутно буду упоминать других животных, в том числе и фантастических древнерусских, но в основном буду говорить о мамонте как фантастическом животном в мифологиях, в изобразительном искусстве, особенно в скульптурах Сибири. Должен сказать, что эта тема довольно хорошо разработана, но в работах не очень популярных, не очень известных, поэтому я в большой степени заинтересован не только в том, чтобы вам сообщить то, что я сам нахожу очень интересным в этих исследованиях, но несколько популяризировать одного нашего замечательного ученого, который, я думаю, недооценен, хотя его исследования, по-моему, гигантский вклад, я не преувеличиваю, в изучение вообще мифологии, изобразительного искусства, всего, что с этим связано. Я имею в виду моего тезку, ленинградского этнографа Иванова, автора замечательных больших работ об изобразительном искусстве народов Сибири, о скульптуре народов Сибири, об орнаменте народов Сибири. Это монография. Но я буду также опираться на его отдельную монографическую статью, большую. Она напечатана для интересующихся в сборнике Музея антропологии и этнографии, то, что сейчас называют снова кунсткамерой. Это том 11. И статья С.В. Иванова называется «Мамонт в искусстве народов Сибири». Хотя называется «Мамонт в искусстве», но это напечатано в те годы, когда мифология была в некотором небрежении, поэтому он просто не мог написать. На самом деле, конечно, он занимался мамонтом в мифологии и искусстве народов Сибири. Ну, мамонт, конечно, как вы понимаете, исключительно интересное животное. Интересное тем, что он на грани исторической реальности и фантазии. По-видимому, у Иванова в его статье собраны эти данные, но они есть также и в некоторых ранних китайских источниках. По-видимому, в некоторых традициях все-таки еще сохранено то время, когда мамонта не только выкапывали, как и потом до нашего времени иногда делают во время находок какие-то остатки, а когда благодаря вечной мерзлоте в каких-то местах Сибири находили тушу мамонта, еще пригодную в пищу. Поэтому мамонт был гораздо более реальным существом, чем для нас с вами, да, потому что для нас это какое-то очень далекое прошлое, но мы знаем все, что наши далекие предки на мамонтов охотились, и что кость мамонта была очень важна, как для эскимосов до нашего времени. Морж важен как источник для материала для искусства. Но мы недооцениваем то, в какой степени это все реально к нам. Начинаем снова оценивать сейчас, потому что вы знаете, что снова и снова возникают проекты клонирования мамонта. По-видимому, они более или менее реальны. Они зависят, конечно, от разных юридических тонкостей. Но что касается биологической стороны, то, видимо, все-таки трудности преодолимы. И могут попытаться это сделать, что будет, конечно, огромным шагом по пути к реализации Федоровского плана выполнения общего дела человечества, воскрешения в физическом виде. Но помимо этого, конечно, нам интересно все узнать о мамонте, что знали разные народы. Иванов и другие ученые, занимаясь Сибирью, где вот благодаря вечной мерзлоте особенно много было известно о мамонте, обнаружили, что данные делятся на две основные области. Наиболее восточная область, включающая Чукотско-Камчатскую часть, ну,
то есть наиболее восточных палеоазиатов в давней классификации, сейчас мы их называем с точки зрения историко-лингвистической, евразийские, древние евразийцы. Ну вот самые восточные древние евразийцы, по-видимому, как и некоторые другие народы Дальнего Востока, еще хранили более или менее реальную память о мамонтах и, соответственно, их изображали. Вы знаете, что самая интересная работа по палеоазиатам на рубеже, какими они были на рубеже 19 и 20 веков, выполнили наши народовольцы, которых отвратительный царский режим сослал таким образом, что они могли стать крупными учеными и от бессмысленных во все времена занятий политикой перешли к более осмысленным, как им и нам кажется, занятиям искусством мифологии палеоазиатов. Это были Штернберг, Йохельсон и Тан Багарас. И Тан Багарас занимался юкагирами, и он напечатал замечательно интересный рисунок, где юкагиры изображают мамонта как вполне реальное животное. Вот это следы того представления, которое потом в Сибири, особенно в западной, северо-западной части Сибири, постепенно заменяется всем тем, о чем я вслед за Ивановым и другими буду вам рассказывать. Что произошло? Значит, уже перестали добывать тушу, которую могли есть. То есть исчезло это реальное представление о некотором гигантском съедобном слоноподобном существе. Стали появляться отдельные кости мамонта, какие-то куски скелета. Они появлялись из глубин тундры. И возникало представление, что это какое-то чудовище, которое живет под землей. И на эти достаточно реальные находки наслоилась мифология. Вы знаете, я думаю, что это что-то похожее на то, как произошла наша палеонтология. Мне случилось как-то палеонтологию обсуждать с одним замечательным писателем, который начинал как палеонтолог. Знаете, кто это был? Домбровский, автор «Хранителя древности». Меня поразило, но он знал очень хорошо всякие подробности про палеонтологию. И, кстати, я в самом конце о нем еще раз упомяну по этому поводу. Ну вот он мне показался очень интересным тем, что в нем было хорошо видно, что занятие палеонтологией, конечно, это занятие для человека с буйной фантазией. Да? Потому что мы же восстанавливаем этих древних животных по ничтожным фрагментам. И ну вот вся Америка полна такой научной мифологии динозавров. Я думаю, что динозавр – это вообще самое популярное существо в Америке. Его где только не увидишь. И, конечно, это все-таки все очень… Даже реконструкции динозавров на самом деле очень далеки от того, что могло быть на самом деле. Но человеку свойственно изобретать, дополнять… по каким-то фрагментам. Мой друг, физик Михаил Львович Левин напечатал очень интересные мемуары о том, как он учил младшего сына Пастернака, Леню, основам физики перед поступлением того в университет. И Борис Леонидович Пастернак принимал участие в занятиях, демонстрируя хорошее знание физики, математики и их истории. И как-то зашла речь о великом математике Коши, и Пастернак говорит, а вот, знаете, это как по какой-то части уравнения можно восстановить все остальное, так Кювье восстанавливал все животное. Это то, что Якобсон называл метонимическим принципом. Да? То есть маленький фрагмент
у человека, устроенного по Якобсону метонимическим образом, дает возможность построить целостную картинку. Какие целостные картинки строили разного рода народы, населявшие и населяющие отчасти до сих пор западную и северную часть Сибири, Азиатской России? Вот это я вам постараюсь сейчас рассказать. Я сразу начну с основного. Основное это было наложение на эти реальные фрагменты костей, по-видимому, универсальных человеческих представлений о том, что существует хтонический мир. Но его можно называть по-разному. Он подземный, он подводный. Значит, по-видимому, общечеловеческая идея, что под землей вода. Ну, нам, жителям Москвы, это должно быть очень близко, потому что вы знаете, что мы живем на множестве рек, которые уведены под землю. Но это не во всех городах и не везде на земле так. Но человечество склонно думать, что мир вообще устроен таким образом, что если покопать, то там будет подземная река или подземное озеро или даже океан. Это важно для того, чтобы понять, кем же тогда это может быть населено. То есть это должно быть какое-то рыбо- или китообразное существо. И представьте, что мамонт в представлениях большинства сибирских народов – это, как вы видите здесь, рыбообразное создание. То есть это существо, у которого скорее плавники, чем ноги. Большинство изображений мамонта безногие. Так вот, Иванов в своей замечательной работе называет это именно таким термином – безногий мамонт. Но тут дело не в том, что он безногий, а в том, что он рыбообразный. Он похож там на акулу, на кита, на какую-то огромную рыбу. А дальше начинается воссоздание его мифологической истории. Ну, подумайте, как же такое, это что-то вроде рыбы, а откуда же берутся бивни? Как соединить идею рыбообразного существа с бивнями? Ну, по-видимому, самое близкое, что приходит в голову людям, которые живут где-то близко к сибирской тайге или просто в сибирской тайге, это лоси. И мамонт, если очень грубо говорить, для сибирских народов это помесь лося с огромной рыбой. Огромный лось смешался с огромной рыбой. Не очень легко это себе представить. На некоторых картинках мы это видим, и на некоторых скульптурах. Значит, мы видим разного рода изображения, и мы видим огромное количество шаманских фигурок. Это то, что и я сам видел в Сибири. Я так лично познакомился, главным образом, с селькупскими шаманами, но знаю также и некоторых кетских шаманов или воспитанных в шаманской традиции. И видел их снаряжение, хотя это было, когда я был в экспедиции, это был 62-й год, то есть шаманы были запрещены. Вы, может быть, не знаете этого, но в 1939 году с некоторым опозданием была проведена такая операция советской властью, которая называлась «Раскулачивание шаманов». Значит, шаманов лишили их символики. Самое главное, страшное, их лишили бубна. Бубен созывал на Камлане, поэтому их лишили массовости. Но, кроме того, также и лишили их фигурок, из которых главными в большинстве традиций, во всяком случае, в западной, я сам-то больше знаю Западную Сибирь по своему опыту, в Западной Сибири фигурок было очень много, это вообще потрясающая вещь, как много на себя нацеплял шаман, это, главным образом, железные вещи, довольно тяжелые. Он весь был увешан фигурками этих духов помощников, и среди них главными были изображения мамонта. Значит, они тоже были вот в ту пору, когда я занимался шаманским культом, они были полузапрещены. Но, знаете, Россия ведь это страна, где мы все
по словам одного моего друга, поэта Самойлова, живем благодаря щелеведению. Знаем, где власть дает такие щели, в которые можно пролезть. Поэтому, конечно, шаманизм был запрещен, но я довольно хорошо знал председателя одного колхоза кетского, которого звали Мишка Боот, что значит «священный медведь», и он был старым шаманом. Но он просто стал председателем колхоза. Но от этого роль его для общества только выросла. Да. Ну вот эти люди, тем не менее, когда они были там секретарями партийных организаций или председателями колхозов, они непосредственно на людях не могли появляться с шаманскими фигурками, но хранили их на складах. Я видел эти склады. Склады были в огромных лодках. Как раз сегодня это был лингвистический доклад о кетских названиях огромных лодок. Лодки, в которых помещались люди, большие животные, лошади там, и так далее. И вот там хранились склады шаманского оборудования. Среди них много таких изображений. Что при этом было проблемой для мифологического мышления? В отличие от того, что иногда несколько примитивно думаем мы, современные ученые, мифологическое мышление не совсем лишено элементов историзма. То есть миф норовит развернуться во времени. И если вы строите изображение животного, которое похоже на лося, а вместе с тем это рыба, как можно это совместить? Представьте, можно. Создается миф, который вот специалисты по этим народам слышали много раз, его до сих пор рассказывают. Миф такой, что на самом деле мамонт был сначала действительно рогатое животное с бивнями, то есть очень хорошо вооруженное, снаряженное животное, скорее сухопутного типа. Но ему пришлось плавать в Мировом океане под землей. И тогда, в это время, он стал терять, знаете, какая-то такая пародия на наше эволюционное представление. Он стал терять, но в обратном порядке, да, мы склонны думать, что все это появляется, да, а у них скорее вот идея регресса. Мамонт потерял бивни, потерял рога и превратился в рыбу. И то, что мы здесь видим с вами, это и изображение, следующий, пожалуйста, это и изображение такого рогатого существа, и видите, уже совсем превратившееся в нечто такое вытянутое. Это у сельхупов, хантов, тут опечатка хантов и манси. Вы знаете, что ханты и манси – это как бы наш Кувейт. Это та область, которая могла бы быть самой богатой во всей России, потому что это основной источник сибирского запаса нефти, ну, то, чем когда-то занимался Черномырдин, да, то есть это основная нефть, на которой строилась вся наша экономика до кризиса. Этих хантов и манси очень мало, они до сих пор, совсем до недавнего времени, сохраняли очень хорошо все эти представления. В тайге были такие тайные места поклонения всем этим духам, в том числе поклонения воплощения мамонта. То есть это религия, которая дожила до нашего времени, но если бы вот они эти нефтяные деньги получали бы сейчас, то, наверное, они бы воссоздали это свое язычество, оно вполне живое там. Ну, пока им этих денег не достается, не знаю, хорошо это или плохо, но во всяком случае такая возможность упущена. Значит, это изображение того, что получается из лосеподобного рогоносного, бивненосного животного в результате вот этой регрессивной эволюции. Следующий, пожалуйста. А это изображение этих же хантыйских и мансийских представлений на плоскости. Значит, орнаменты в этих шаманистских традициях
основанная на проекции тех же самых представлений. Но здесь вы видите, что есть первоначальная идея, что это все-таки было четвероногое существо с рогами. На этом основан основной орнамент. Это шаманский орнамент. То есть эти изображения были на шаманской одежде. И они становились очень важными, поскольку это главное шаманское существо. Я занимался некоторыми кельтскими мифологическими текстами. Вы знаете, там поразительные по своей архаике тексты. В частности, я занимался одним мифом, который оказался совпадающим с общедревнеамериканским мифом, который Левистрос нашел в джунглях Бразилии и в скалистых горах в Северной Америке. Это миф о разорителе орлиных гнезд. Вторая половина этого мифа рассказывает, как герой, после того, как он достиг орлиного гнезда, испугал священного орла, и священный орел сказал ему, что он, если не будешь трогать моих детей, то я тебе покажу настоящие тайны. Да? И введение в тайны происходит через посредство мамонта, потому что мамонт – это как бы хранитель подземного, подводного, хтонического мира, где находятся все основные тайны мироздания. Поэтому с помощью священного орла герой может оказаться в близости к мамонту, а мамонт ему уже покажет все основные тайны мира. Это все живет до сих пор. То есть я вам рассказываю религию, которая не исчезла, которая параллельно с нами существует, но не очень много людей. Кетов, скажем, 1000, но, между прочим, после распада Советского Союза область, где живут кеты, вокруг поселка Келок, фактически все-таки в большой степени стала подчиняться именно шаманам. Так что эта религия все-таки вполне реальна. Ну, интересно очень, что в этой западной части Сибири есть такое слово для шамана, которое в разных звуковых формах цель, сель, хель, чель, вот с разными вариациями начального согласного, ну, иногда и с вариациями конечного плавного, но оно есть в языках разных семей, енисейских и разных алтайских, главным образом тунгусо-манжурских, отчасти и самодийских. То есть это культурный термин, который на довольно большой территории распространился и означает именно это особенное животное. Ну и теперь в заключение я хотел бы сказать об идее, которая возникла у ряда исследователей, в том числе у упомянутого мной Иванова, после того, как был открыт вот этот особый тип фантастического животного, возникло подозрение, что каким-то удивительным образом сходное представление отразилось в некоторых представлениях наших с вами языковых предков. Вы знаете, что в древнерусском языке есть название нескольких фантастических животных. Из литераторов этой идеей очень увлекался Набоков. Он в начале одной из своих ранних повестей, написанных на русском языке, говорит о том, что в России когда-то было много фантастических зверей. И ему, конечно, очень интересен Индрик, как многим из нас интересен. Я упоминал Домбровского. Он вот тоже очень интересовался Индриком по забавной причине. Домбровский получил свое палеонтологическое образование еще до своего ареста. Тогда, когда у нас была хорошая палеонтологическая школа, и некоторые из наших крупных палеонтологов открывали новые виды животных и давали им имена, которые они придумывали на основе русской традиции. И вот один из того, что мы сейчас и вот в Америке называем динозаврами, получил замечательное название индрикотерий.
И, как вы понимаете, первая половина – это Индрик. Индрик – это загадочное слово, его Набоков упоминает как раз в этом контексте. Индрик – это удивительный зверь. Пожалуйста, это, не, к сожалению, сейчас очень мелко показано, поэтому я просто прочту этот текст. Он здесь у меня где-то должен быть. Прошу прощения. Это «Голубиная книга». Вы знаете, «Голубиная книга» – это то, чем очень увлекался мой друг и соавтор Владимир Николаевич Топоров. Вообще говоря, «Голубиная» – это результат народной этимологии. На самом деле, это «глубинная книга». То есть, это книга, уходящая в глубину наших представлений. И вот в «Голубиной книге» Индрик описывается следующим образом. «Живет зверь за океаном морем». И рогом проходит зверь по подземелью, он под землей, аки ясное солнце по поднебесью. Значит, он симметричен по отношению к солнцу. То есть он как бы аналогичное по значимости существо, но внизу. Он происходит, ну, в смысле, проходит, он происходит все горы белокаменные, прочищает все ручьи и проточины, пропущает реки, кладези студеные, когда зверь рогом поворотится, словно облаце по поднебесью, продолжается эта аналогия поднебесья и подземелья, вся мать-земля под ним всколыбается, все зверья земные к нему преклоняются, никому победы он не делает. Значит, это главное из этих существ подземных, главный зверь, и он называется Индриком. Я писал уже о возможной этимологии Индрика, тут могут быть разные предположения, которые в какой-то степени напрашиваются относительно возможных параллелей в андорийском и так далее, но существенно то, что здесь явно сказалось это евразийская древняя палеосибирская примесь в мифологических представлениях наших предков. Вот что-то в славянской культуре, конечно, восходит к индоевропейским корням, но ничего похожего я у ранних индоевропейцев, насколько мы можем их реконструировать, найти не мог, потому что какой-нибудь змей, который находится у подножья древа Игдрасиль в Эдде, он все-таки просто змей. Да? А здесь такое удивительное существо, для которого очень существенен рог, то есть бивень мамонта и так далее. Ну вот я хотел вам рассказать об этом далеком времени, когда наши предки поклонялись этому существу. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, есть ли у кого-нибудь вопросы или замечания какие-нибудь? Так, ну что ж, если нет никаких вопросов и замечаний, спасибо большое, Вячеслав Селыч, а мы перейдем к следующему докладчику. Пожалуйста, Александр Милитарев. Так. Да? Мы просто передвинем. Да, хорошо. Ну вот эту тоже прикрепите. Давайте вы сюда чуть-чуть присядьте, потому что мы связаны этой прищепкой, мы никуда не деться. Вот так. И присаживайтесь сюда. Можно, да? Да, пожалуйста. Только название.
Ну, я не знаю, у кого как, но у меня, когда я сталкиваюсь со всякими фантастическими явлениями, возникает большой зуд демистификации. То есть хочется докопаться до того, что же, какая реальность за этим стоит. Вот как-то не верится мне в кентавров, драконов и прочее. И с помощью этимологии, видимо, можно в некоторых случаях эту демистификацию произвести. Я собрал в основном из второго тома нашего с Леонидом Ефимовичем Коганом семитского этимологического словаря, второго тома, посвященного животным, я собрал все названия фантастических животных, но это в первую очередь дракон, по разным языкам, хотя выяснилось, что есть и прасемитские такие животные. И если это животное просемитское, уже фантастическое, то тогда я стал искать, естественно, в родственных афразийских языках, что бы оно могло значить. И, в общем, все они, кроме одного, пожалуй, они все нашли себе объяснение. Они оказались крокодилами, с большими змеями, акулами и прочее. Я сейчас эти случаи покажу. Значит... Почему-то здесь не получились некоторые знаки. Значит, первое слово, которое в реконструкции выглядит как «аталь», это дракон, который встречается в сирийском, означает «дракона» и «затмение». И всегда предполагалось, что это заимствование из аккадского слова «похожего», со значением затмения, но в аккадском нет никакого дракона, а в сирийских текстах часто фигурирует дракон без всякого затмения. И вот у этого слова нашлась прекрасная эфиопско-семитская параллель, совершенно такое же слово, вот асхалат тигрей, асхалат тиграй, со значением мистическое, огромное мистическое животное, похожее на крокодила или питон. Вот одно и то же слово это обозначает. И афразийские параллели дали четко крупную рептилию. Где крокодила, где большую змею. Можно дальше, мальчика? Вот это большая змея в берберском, это обычная змея в южно-кушитском, и это крокодил в амоцком. Вот это, этот разнобой рептилий показывает, что это какое-то общее название. Дальше известная угорицкая басана, которая означает просто змею, и дракона. У него есть параллель в аккадском, тоже это рогатая змея, и это созвездие Гидра, тоже отсылка к некоему фантастическому животному. И у этого слова есть приличная общеафразийская этимология. Там с вторичным в семитских «н» и «м» суффиксальным, а на афразийском уровне это корень «бач», который означает вот некую рептилию, и по разным языкам это опять змея, крокодил, ползать о всякой рептилии и так далее. Дальше, значит, в семитском есть общесемитская «кас» с сибилянтом вторым, и это, значит, некое водное животное. В некоторых языках, в частности в аккадском, это некое мифическое животное, а в некоторых текстах подозревается, что это то ли краб, то ли акула. Ну, если краб, то, наверное, какой-нибудь большой. У него есть параллель, опять-таки, в эфиопских. Это змея, но и дракон тоже. Дальше можно? Значит, считается, что в аккадском это шумеризм, но как в многих других случаях, просто те, кто этим занимался, не смотрел ни в других семитских языках, особенно в живых, ни в афразийских, и поэтому прозевали это и решили, что это шумеризм в аккадском. На самом деле это, конечно, наоборот, аккадизм в шумерском. У него есть прекрасные эфиопские параллели и есть вполне возможные чадские, это у Ольги Валерьевны судить, это значит рыба, а с возможным тоже наросшим суффиксом «р», который по некоторым примерам показывает крупные формы, увеличение.
там примеров 7-8 таких есть в афразийских, это крокодил. Следующее слово – это акадское, известный термин акадский «ляхму» или «ляхаму». Это некий загадочный мистический зверь, монстр какой-то, которому соответствует в южноаравийских языках просто акула, и в арабском, в классическом и в диалектах. Возможно, в южноаравийских это заимствование из арабского. Но, тем не менее, это нормальная акула, и понятно, откуда взялся этот самый страшный морской зверь в акадском. Этому слову, возможно, соответствует, это опять-таки алтаистам судить, алтайская льямба, которая означает какую-то большую рыбу. Но это так. Единственное животное, которое сохраняет некоторый мистический, мифологический ореол, это известный еврейский танин, вот этот самое страшное огромное животное морское, которого есть параллель в виде дракона в угаритском, в арамейских, причем в раннеарамейском, не в таком, в котором можно заподозрить еврейское заимствование, и в арабском, что вполне возможно арамеизм. И у него есть параллель отдаленная в эфиосемитских, но только не с корнем «тнн», а с корнем «тмн». В принципе, можно предположить диссимиляцию, хотя она странная и такая как бы единичная. У него есть единственная подозрительная параллель, изолированная, которую можно не обращать внимания, это восточно-чадский язык «кера», «туни», «бегемот». А дальше идут два примера совсем другого рода. Я пришел к некоторому такому выводу, что иногда эти фантастические существа возникают в результате народной этимологии. То есть получается некая амонимия полная или частичная между, я не знаю, там, лампой и ногой, и возникает образ такой лампоноги такой. Значит, вот я хочу таких несколько случаев показать. На месопотамских межевых камнях и на кудуру, и на печатях часто встречается образ козы или козла с рыбьим хвостом. Значит, это созвездие, которое соответствует нашему как он называется-то сейчас? Козерогу, нашему Козерогу. Значит, в более поздних заимствованиях, греческом, латинском, европейских, элемент рыбы уходит. А в на шумерском еще уровне он совершенно очевиден. И происходит это, из, как выяснилось, из довольно простой вещи. Значит, шумерская муль – это знак звезды, шухурма – я не буду там вдаваться в какое-то первое маш, шухур-маш. Первое, второе или третье, это, видимо, для специалистов, которым я тоже не являюсь, это вид карпа. Это какая-то ценная порода карпа. И амонимичное, амографичное ему слово означает козу. И вот эти два случайно совпавших чисто амонимичных лексемы, они дали вот такой толчок фантазии, и надо было объяснить, почему вдруг одно и то же слово, или почти одно и то же слово, прием исключительно часто использующийся в Библии, в еврейской, почему оно вот так совпадает. Значит, так вот так устроен мир, и надо докопаться до этого прообраза. И вот прообраз возникает. Прообраз такого козлорыба. Такого. Следующий пример, это тоже очень любопытный. Это шумерское ашган, которое поле, или некая мера измерения поля. Мальчика, можно пониже?
концу ближе. И, значит, по, в аккадской передаче это ику. И это астрономическое название. Да, стоп, ага. Это, значит, созвездие, это созвездие отождествляется с областью современных Пегаса и Андромеды. И каким образом, так как большинство греческих названий оказывается заимствовано из шумерского или из Месопотамии, причем не только те, про которых совершенно все ясно, там лев, рак, то есть там, где лоб в лоб это заимствуется, а иногда заимствуется очень хитрым способом через народную этимологию. И вот это как раз такой случай, когда аккадская, месопотамская ику, которая попала каким-то образом, наверное, в каком-то там 8-7 веке до нашей эры к грекам из Вавилона, оно было интерпретировано греками, видимо, в достаточно ранний еще микенский период, когда это, я не индоевропеист, но так похоже, что это так, когда еще здесь было «к» в греческом, в раннегреческом, было интерпретировано как «конь». И таким образом из вот этого созвездия поля превратилось оно в коня. И, ну, кстати, в... Можно чуть... Нет, нормально. Значит, сейчас. Вот как раз в линейном «Б» есть свидетельство, это «ико» или «эко», «эку» со значением «лошадь». То есть просто смысл уже этого, этой звуковой, звукового ряда был потерян греками, а слово сохранилось, и надо было наполнить его смыслом, его наполнено смыслом своего языка, естественно. Хотя, в принципе, мог какой-то другой кентумный индоевропейский язык быть здесь посредником. И, наконец, последний случай – это шумерская мульсимах, большая ласточка. Это созвездие в области современного созвездия рыб, которое включает западную область созвездия Пегас. В аккадском есть шиннунуту. И это тоже скорее семитское слово, заимствовано в шумерский, но это не очень понятно с ним, потому что есть у него семитские параллели, приличные у этого синунту аккадского слова. Но в данном контексте интересно то, что по, в аккадском оно означает не только ласточку, но и ласточку-рыбу, то есть летучую рыбу. И у меня есть сильное подозрение, что это дало рождение, это навело греков на образ Пегаса. Созвездия совпадают. Вот, что Пегас, как летучий конь, происходит из скрещения созвездия коня, или образа коня, и образа летучей рыбы. Какими путями это все происходило, трудно сказать, но сильно похоже, и мне объяснение такое образа Пегаса как нравится больше, чем просто полет фантазии. Спасибо. Это очень интересно. Я воспринимаю начало вашего выступления как продолжение моего, потому что, вы знаете, довольно обстоятельно изучен образ макары, макара индийская, которая имеет очень широкое распространение с одной стороны к северу от Индии. Там происходит чисто фонетическое интересное изменение кфт, поэтому это во многих окрестных языках становится чем-то вроде маттара и так далее. Но так или иначе, это макара или маттара, это рыбообразное существо, вот со всеми этими особенностями, очень долго сохраняющееся и становящееся, даже я бы сказал, все более и более важным во всех странах, не только индийской культуры, но культуры, которая испытала влияние разных вариантов индуизма, буддизма и так далее.
Поэтому вот мне представляется, что соединение рыбы с неким священным животным и проекция рыбы на небеса, возможно, это универсалия, может быть, общечеловеческая. Вы знаете, что Кнорозов и финские ученые, вот группа Парпало, на этом основывались в своей попытке дешифровать протоиндийское письмо, потому что в протоиндийском письме явно рыба и звезда – это один символ. Но дело в том, что это повторяется повсюду, но вы знаете, в раннем христианстве. Конечно, можно тоже предположить, что это звуковое мнемическое соответствие «Ихтюс» и «Христус», да? Но это все-таки, видимо, вторичное наложение. То есть представление такое, что рыба и звезда – это некое очень древнее метафорическое или какое-то другое сочетание. В общем, мы должны очень серьезно заняться, вот поскольку наша конференция как бы посвящена разного рода символам, в том числе архетипическим, я думаю, что это одна из таких важных проблем. Есть попытка социологической интерпретации дракона. Значит, что касается китайского Ван Лун, это, конечно, просто перевод индийского Нага Раджа, то есть представление о нагах, которые были царями, царями вод и царями этого подводного мира и так далее, это, опять-таки, часть этой огромной области индийской культуры, которая оказала очень большое влияние на Восточную Азию. Мы знаем промежуточные звенья. Но что очень интересно, это попытка, которую у нас делал Проб в исторических корнях волшебной сказки. Он там довольно подробно интерпретирует дракона социологически, в частности, высказывает предположение, что дракон характерен для ирригационных культур. Вы знаете, есть ведь целое направление, которое не пользовалось большим успехом у нас в советское время, потому что его создатель, неортодоксальный марксист, немецкий, потом американский, замечательный историк культуры Витфогель, автор книги о восточном деспотизме, в котором он утверждал, что разные виды восточного деспотизма, включая и очень ранние, все были основаны на ирригационных системах, и для всех этих систем по пропу существенны такие мифологические существа, как дракон. Правда, я высказывал предположение, на этом было основано мое раннее знакомство с Юрием Николаевичем Афанасьевым еще до того, как он стал основателем РГГУ, но тем не менее, вот я рад здесь упомянуть его, ему понравилась моя идея, что можно позднюю советскую культуру сопоставить с этими ранними ирригационными деспотиями, потому что, вы помните, был проект «Поворота рек», очень в духе Витфогеля, да? Но мы в это время не доросли еще до создания культа дракона. Возможно, что этому помешали события. Прекрасный был культ дракона. Года, да. Вы... Спасибо, но вообще это было очень интересно. Да, спасибо большое. Да. Ага. Хорошо. Ну, вы знаете, мы уже немножко выбиваемся из графика, поэтому я очень прошу следующих четырех докладчиков быть дисциплинированными и не выходить за рамки 10 минут, если можно, поскольку мы должны закончить в 16:45. Хорошо? Так, и следующий докладчик – это Михаил Борисович Мейлов. Пожалуйста. Если можно. Нет. Хотел бы против солнца. Нет, там же вот эта прищепка, от нее все зависит. Микрофон и прищепка. Спасибо. Где она? Вон она. Тут пока я надеваю эту сбрую, которая, кажется, не работает. Я хотел сказать, что культ дракона своеобразно применительно к советским реалиям. Нет, она отлетела. Отразился в пьесе Шварца «Дракон». В
Вот я хотел бы сказать несколько слов о Василиске, фантастическом животном, представление о котором одновременно служит еще одним доказательством исключительной долговечности некоторых представлений и одновременно их поразительной изменчивости. Ну, Василиск впервые засвидетельствован письменно у его существования или представления о нем у Плиния Старшего, то есть достаточно поздно. Значит, это змея, это коронованная змея, живущая в Ливийской пустыне, вот с какой-то короной на голове. Ну вот если искать, так сказать, ее происхождение, реалий, естественных, природных, то это, конечно, кобра. Это змея, взгляд которой петрифицирует. Есть такое не очень надежное изложение мифа, поскольку оно встречается только у Лукана, что василиски произошли из капелек крови от головы медузы Горгоны, которая обладала вот этим качеством петрифицировать взглядом, которую Персей победил, вот, употребив свой щит в качестве зеркала. И вот это представление о том, что можно спастись от Василиска, от взгляда Василиска, подставив ему зеркало, оно, так сказать, я думаю, что самым рационалистическим образом перешло к Василиску у писателей. Значит, в отличие от Нагараджа, в отличие от водных змей, они амфибии, не только могут быть природные, но и мифологические, это исключительно сухопутное существо, огнедышащее, как и множество его мифологических собратьев. И здесь, конечно, тоже можно найти реалии. Вот они не потому живут в пустыне, что там сухо, а пустыня стала таковой, потому что они ее выжгли своим взглядом. Ну вот там бы Василиск, видимо, и остался, если бы не одно обстоятельство. Блаженный Иероним, переводя Библию, употребил, ну, латинский аналог этого Василискос, то есть царек, употребил соответствующее латинское его название Регулус в своем переводе Библии. То есть обычную змею он переводил вот этим словом. Знание Плиния сыграло удивительную роль, то есть в средние века Василиск возродился вот благодаря сочетанию двух источников, ученому и библейскому, но не только. Он приобрел совершенно новую форму, причем парадоксальную. Он приобретает петуший гребень, потом петушью голову и петушьи лапы. При этом он боится уже не столько зеркал, не столько своего отражения, сколько петушиного крика. Вот это довольно поразительно. То есть и то, что он есть, и борьба с ним, так сказать, вот это парадоксально сосуществует. Значит, что же это за петушья голова? Ну, очевидно, что это соответствует каким-то вот глубинным и вполне известным связям петуха и змеи и каким-то, видимо, общеевропейским представлениям, которые как раз очень хорошо сохранились в славянском мире, что было изучено еще и Афанасьевым, а потом в книге Иванова Топорова.
Сейчас недавно этим занимался Успенский. Значит, речь идет о дворовике, который в славянском мире, который отделился от домовика. И вот это и есть вот это петухо-змей. Значит, вот третий источник. Ученые библейские наложились вот на какие-то среднеевропейские представления. Ну, там, так сказать, можно много интересного сказать, но просто нет на это времени. Эти славянские представления о петухе, который опять петух, который несет яйцо, которое жаба должна высидеть в навозной куче и так далее. Не будем на этом останавливаться. И дальше еще одна удивительная вещь. Мне придется говорить, так сказать, об Horribile Dictu компьютерных играх. В компьютерных играх, по-видимому, происходит нечто подобное тому, что происходило при порождении то есть в очень короткий срок, то, что занимало столетия и тысячелетия вот, при выработке каких-то мифологических представлений, здесь происходит крайне быстро. И причем об этом можно говорить, потому что я к своему ужасу, обратившись к этому материалу, узнал, что в Америке 170 миллионов человек играют в компьютерные игры. То есть это, так сказать, область, которая затрагивает сознание колоссального количества людей, и к которому приспосабливаются вот эти авторы компьютерных игр. И здесь, значит, в компьютерных играх обязательно есть элемент борьбы, значит, нужно кого-то победить, какие-то драконы и чудовища борются с каким-то героем. В общем, все, так сказать, происходит совершенно классическим образом. Дальше появляются из Василиска и из Куролиска, собственно говоря, вот этот мифологический петух-змей, это уже не, строго говоря, Василиск, это уже Куролиск, строго говоря. Но в средние века его продолжают называть Василиском, он населяет Геральдику в силу вот своих замечательных особенностей, одновременно царственности и вот этой непобедимости. Так вот, появляются всевозможные ультралиски, гидролиски, муталиски и прочие уже совершенно вымышленные существа. Кстати, лингвистически интересно, что взят согласный от корня «л» и взят суффикс, который становится новым корнем. То, что происходит и в естественных языках иногда. По крайней мере, это случилось с автобусом, троллейбусом, так сказать, который взят из латинского суффикса. Позвольте мне закончить одним нетривиальным эпизодом, о котором мне не очень удобно говорить, но который все-таки достаточно интересен. Когда я был в заключении, то мне пришлось на зоне работать некоторое время на местной свиноферме маленькой. И по этому поводу я сочинил шуточное стихотворение, которое прочитал своему товарищу, которое начиналось так. «Поросячьего визгу я наслушался всласть, пострашней Василиска в эту яму попасть». И рядом стоял старый украинец, весьма пожилой. Это отдельная история. Их потом второй раз стали сажать за якобы сотрудничество с немцами, когда немцы стали отпускать своих военных преступников. Но это другая история. И вот который меня спросил, а что это за Василиск? Я сказал, что такое Василиск, вот змей с петушьей головой.
На что он сказал: «Так це ж наш дворовий». Вот такой замечательный опыт. Спасибо, я на этом остановлюсь. Если вопросов нет, то мы переходим к следующему докладу. Спасибо вам. Константин Бондуровский, пожалуйста. Да, пожалуйста. Не отдам. Костя, возьми, пожалуйста, прищепку. Я очень прошу. И, собственно, добрый день. Я постараюсь быть предельно кратким, тем более, что у меня есть презентация, и я постараюсь не повторять то, что будет на экране. Работая над трудами Фомы Аквинского, я встретил такое очень интересное существо. Громче. Существо, которое, каждый член которого обладает достоинством и ясностью глаза. Это не многоглазое существо. То есть это как бы существо, которое все состоит из глаза, каждый орган которого является глазом. Вот меня этот образ поразил с двух точек зрения. Ну, во-первых, Фома Аквинский – это человек рациональный. Он, конечно, замечательный поэт, но его поэзия, она тоже очень рациональная, ясная, кристальная. И вдруг он обращается к такому очень экспрессивному, странному образу. Зачем он это делает? И второй вопрос, который меня заинтересовал, а откуда он вообще это взял? Существует ли образ такого существа до Фомы Аквинского? Я с удивлением обнаружил, что такого существа либо нет, либо это очень редко. Я не нашел. Может быть, есть, но это редко встречающееся. Нет. Существо не многоглазое, я подчеркиваю, не многоглазое, а существо, которое полностью состоит из глаза. Нет. Вы хотите сказать, у которого видит все. Каждый член видит, которого является видит, глазом. Да. Ничего нет, кроме глаза. Ну, во-первых, по поводу того, зачем нужен этот образ. Этот образ всплывает в двух контекстах. Во-первых, в полемике с Оригеном. Ориген, как это представлял Фома Аквинский, на самом деле, может быть, это не так, считал, что материальный, телесный мир – это мир... Нажимать боюсь. Что, помочь? Ну, да. Где? Нажмите кнопочку. Нет, что-то не так. А Майя Александровна? А что нажимать? Да. Во-первых, Ориген считал, что материал... Микрофон был вверх. Не замучили эту прищепку. Сможете там нажать? Нет. Ориген полагал, что материальный телесный мир является результатом злой воли свободных существ. То есть он оценивал негативно. Спасибо. Он оценивал негативно материальный мир. Фома Аквинский, разумеется, с этим не мог согласиться. И вот он, вопреки Оригену, говорит, что давайте представим себе, что мир состоит только из идеальных существ. В таком случае совершенный мир не получился бы. Для того, чтобы мир был совершенный, необходимы различные степени совершенства. Так же, как мы не можем состоять из одного глаза, хотя глаз – это самое прекрасное, но совершенно ужасно было бы, если бы мы состояли из одних глаз. С другой стороны, это позиция атеистическая. Такой главный атеистический аргумент, который сейчас повторяется на форумах и так далее. Если Бог благой, то почему в мире существует зло? И опять-таки на этот вопрос можно ответить, обратившись к этому образу. И таким образом меня интересуют две проблемы. Это, во-первых, историческое происхождение этого образа. Но надо сказать, что здесь я
еще не готов говорить какие-то окончательные вещи, я только высказываю некоторые гипотезы, некоторые доводы и размышления. Окончательных выводов у меня не будет. А второе – это внутренняя логика построения этого образа. Прежде всего, нужно сказать, что схожие образы, они существуют, но существуют позже, чем было творчество Фомы Аквинского. Например, у Гоголя Ви в первой редакции существует такое существо, у Майренко его доктор Синдерелла тоже выращивает растения, некоторые из которых состоят из одних глаз. У Гегеля есть совершенно великолепная цитата в «Эстетике», где она говорит о том, что человек отличается от животного тем, что у человека все тело – сердце, все тело пульсирует. А произведение искусства – это один глаз. Сюжет, жесты, тон – все в произведении искусства представляет собой единый глаз. Ну и, наконец, вот в мультипликации в советской осуждается японский милитаризм, который проводит некие эксперименты, из-за чего получаются существа, состоящие, монстры такие. Можно дальше? Ой, к сожалению, плохо видно, но вот такая призма, и в этой призме одни глаза. До Фомы Аквинского я не встречал такого образа. Но с другой стороны, можно, развивая этот образ, рассматривая логику построения этого образа, можно обратиться к предшествующим образам. Можно? Во-первых, существуют многоглазые существа. Во-вторых, существует один глаз или пара глаз отдельно. Наконец, эти варианты, они подталкивают, они как бы предшествуют этому образу. Можно дальше. Многоглазые существа встречаются повсеместно. Вот здесь у меня список из вьетнамской мифологии, из тибетской мифологии, индуистской мифологии и так далее. И везде существуют различные существа. Можно было бы продолжать этот список. Я не ставил перед собой цель исчерпывающий давать список, но он явно показывает, что это очень распространенная вещь. Разумеется, Фома Аквинский не знал вьетнамскую мифологию или тибетскую мифологию. Можно дальше? Вот посмотрите на картинке, это Шеша, змей индуистский, у которого много голов и, соответственно, много глаз. Можно дальше? Это тоже изображается Шеша. Еще дальше. Это в русской иконописи знаменитое всевидящее око, где изображаются в кругу, во втором кругу изображаются 4 глаза. Дальше. В компьютерных играх, в современной виртуальной реальности тоже действует такое существо, бихолдер, который состоит из глаза, челюсти и щупалец, у которых тоже существует много глаз. Это один вариант, но при этом можно обратиться, конечно, к тем культурам, которым мог бы апеллировать Фома Аквинский. Можно дальше? Христианская, античная и иудейская культура – это три культуры, в которых присутствуют многоглазые существа, которые могли бы, в принципе, повлиять на Фому Аквинскому. Дальше. Вот в христианстве, как вы знаете, существуют многоглазые существа. Это у пророка Захарии камень о семи глаз, это знаменитое многоочитое животное из Откровения Иоанна. Дальше. Здесь изображается икона, где у ног Иисуса колеса огненные с крыльями и по ободу их множество глаз. И дальше. Наконец, в античности существуют образы неба, как многоглазого существа у Платона, приписываемым Платону эпиграмме. Он говорит о том, что он хотел быть многоглазым небом, чтобы взирать на мальчика, которого зовут Звезда. В
Аргус, как вот подсказали мне тоже, знаменитый такой сюжет. И наконец, очень интересно, есть образ у Эмпедокла в поэме «О природе», где Эмпедокл говорит о том, что изначально из земли породились различные органы. Был период монстров, когда из земли появились различные органы. Эти органы, они соединялись произвольно в различных сочетаниях. То есть отсюда уже один шаг до того, чтобы помыслить существо, состоящее из одних только глаз. И дальше. Это картинка, которая изображает Аргуса, которого Гера превратила в павлина. Дальше. Это опять-таки Аргус. Роспись древнегреческая, и рядом уже современная картинка, которая изображает небо, состоящее из такого покрова с глазами. Далее. И в иудейской традиции также существует представление об ангеле смерти, у которого есть много глаз. Зеленое такое существо со множеством глаз. Затем это повлияло на традицию арабскую. И у Льва VI тоже есть ссылка на некую мудрую книгу, он мне пишет на какую, в которой присутствует это представление о многоглазом существе. Далее. Дальше другой сюжет – это один глаз или пара глаз, существующие отдельно. Они тоже встречаются в различных культурах. Вот глаза Гора, Солнце и Луна, Сурья – это око Индра или Вишну. Вот некоторые картинки, которые изображают такой единый глаз, в частности, изображение доллара, где тоже присутствует традиционное изображение глазов в треугольнике. Да. Далее. И, наконец, есть очень интересный сюжет глаза, существующего отдельно. Это легенда о святой Лючии, которая жила в VI веке. Про нее рассказывается такая легенда, что некий благородный юноша домогался ее внимания, он восхвалял ее красоту, в частности, восхвалял красоту ее глаз. И она, чтобы, так сказать, продемонстрировать что-то этому молодому человеку, вырвала глаза и поднесла ему их на поднос. Вот вы воспеваете мои прекрасные глаза, вот вы мои прекрасные глаза. Это очень популярный сюжет. Можно дальше? Вот вы видите тоже святую Лючию еще раз. И вот очень интересная картина, где Лючия держит свои глаза в виде такого цветка. Но потом это становится уже таким сюжетом модных разговоров, салонных разговоров. Например, в «Новой Элоизе» у Жан-Жака Руссо Сен-Пре в теологической беседе с Юлией говорит о том, что вот вы, Юлия, прекрасны, ваши глаза прекрасны, но представьте себе ваши глаза отдельно, они были бы ужасны. Дальше. Итак, можно здесь обратиться к концепции Якова Эммануиловича Голосовкера, который всем, наверное, известен. Он считал, что есть некая логика мифа, которая исчерпывающе раскрывает некий образ. Например, образ зрения или образ видения. И он подробно перечисляет все сюжеты из античности, связанные с видением. Но что любопытно, что эта логика мифа все-таки не производит сюжета, о котором я говорю. Далее. Что же, то есть нужен еще некоторый дополнительный импульс, чтобы пойти дальше этой логики мифа и придумать это существо. Вот с моей точки зрения у Фомы Аквинского были две особенности, которые позволили ему прийти к образу такого существа. Во-первых, это практика импоссибилий. Это очень распространенная практика в средневековой схоластике. Скажем, у Сигера Брабанского есть трактат, который называется «Импоссибилия», когда идет рассуждение от невозможного. Человек был бы человеком, был бы разумным существом, даже если бы человека не существовало. Даже если мир вечен, из этого следуют какие-то выводы, несмотря на то, что тезис о вечности мира противоречит католической догматике, но тем не менее Фома Аквинский постоянно исходит из таких невозможных ситуаций. Поэтому для него вполне было бы логично сказать: давайте представим, что вот
есть некое существо, которое состоит из одних только глаз. И, наконец, вторая особенность – это внимание Фомы Аквинского к коже. Он считал телесное ощущение базовым ощущением. Это достаточно такой современный ход такой современной эпистемологии Фрейда, Мерло-Понти, у которых очень высокий статус осязания. Но классическая гносеология базируется на зрении, на слухе, как на таких главных органах чувств. И вот, согласно Фоме Аквинскому, как раз кожа является базой для всех, основой для всех остальных чувств. Более того, кожа определяет даже нашу интеллектуальную способность. Но это аристотелевское еще утверждение. Человек, у которого тело, кожа наиболее тонкая, обладает наилучшими интеллектуальными способностями. А человек, у которого грубое тело, интеллектуальными способностями не обладает. То есть Фома Аквинский мыслит тело как некое единое чувствилище. От этого тоже можно прийти к образу тела как единого глаза. Все, спасибо. Я постараюсь быть кратким. Значит, я хотел говорить сегодня о фантастических и об экзотических животных в русской культуре периода Московского царства, то есть 16-17 веков, но не просто в культуре как таковой, а преимущественно в тех ее проявлениях, которые связаны с символикой власти, с различными регалиями, с геральдикой, с эмблематикой власти, и посмотреть, какие животные используются в этом контексте и пользуются популярностью в этот период. Ну, я не буду, конечно, говорить о эмблеме двуглавого орла, потому что это отдельная большая тема. Покажу только, значит, ту первую государственную печать, великокняжескую печать Ивана III 1497 года, на которой мы видим впервые изображение двуглавого орла в России в качестве геральдического государственного символа. Дальше, Вика, пожалуйста. Хотя на Руси изображение подобного рода неких двуглавых птиц, возможно, орлов, но это не всегда есть в этом уверенность, спорадически известны, начиная еще с древнерусского периода. Вот, в частности, подвеска начала X века из раскопок Гнезовского кургана под Смоленском, которая относится, конечно, к культуре викингов на Руси, где мы тоже видим некое изображение двуглавой хищной птицы. Но интерпретировать, конечно, это достаточно сложно в силу того, что это весьма условное изображение. Дальше, Вика, пожалуйста. До Ивана III двуглавый орел также встречается и на монетах последнего тверского князя Михаила Борисовича 15 века. Вообще, надо сказать, что на монетах русских князей
конца 14-15 веков, мы встречаем очень много разного рода фантастических животных, многие образы античной мифологии. Там есть изображение сирен, и изображение кентавров и так далее. Это целый такой масштабный мир нумизматической эмблематики. Я не буду сейчас на нем останавливаться, скажу, что здесь действительно было такое очень большое многообразие изображений. Помимо двуглавого орла, из фантастических животных, которые имели значение, большое значение в государственной эмблематике Московского царства, конечно же, использовался единорог. С 1561 года единорог помещался на государственных печатях русских царей, собственно говоря, благодаря Ивану Грозному, который ввел эту эмблему в контекст русской государственной символики. Единорог помещался и отдельно на одной из сторон печати, и помещался также в щитке на груди двуглавого орла. Вот эта эпоха единорога в русской государственной символике, она продолжалась почти 100 лет и закончилась в середине 17 века при царе Алексее Михайловиче. Дальше. Мы видим, вот, например, здесь на наградных золотых как раз сочетание государственной эмблемы двуглавого орла и единорога, который помещен в щитке на груди двуглавого орла. Такие наградные золотые известны до времен царя Федора Алексеевича включительно, то есть до 80-х годов 17 века. Кроме того, конечно, единорог присутствует дальше и на других печатях. Например, на печати приказа Большого дворца, который ведал царской казной, на некоторых печатях местных, в частности, на печатях Красноярского острога в 17 веке, что очень интересно, потому что это связано с Сибирью, и высказывалось даже предположение о том, что на возникновение образа единорога на этой печати могли повлиять какие-то местные легенды о мамонте и вот находки, так сказать, мамонтовых бивней в этом регионе. Помимо сферологистики и нумизматики, конечно, единорог известен и на большом числе самых разнообразных предметов, включая белокаменный декор зданий, оружие, переплеты книг и так далее. Принципиально важным была символика не столько самого единорога, сколько рога единорога, который, как считалось, обладал чудодейственной силой и использовался как противоядие. В то же время единорог и рог единорога символизировал Христа и христианское спасение. Это известные евангельские тексты. Вы знаете, что Евангелие от Луки явление Христа метафорически именуется воздвижением рога спасения нашего. В Псалтыре вознесение рога единорога служит метафорой приобщения к Господу. Единорог может олицетворять силу гласа Господа, ну и так далее. Иными словами, единорог был таким христологическим важным символом, и воздвижение рога спасения сопоставлялось с Московским царством, с вручением Господом царю, московскому царю скипетра Российского царства. В 1562 году на некоторое время наименование рога единорога даже вошло ненадолго в царский титул великого государя, яко рога инрога, царя и великого князя. То есть царь непосредственно соотносился с образом рога единорога. В материальном смысле это сопряжение осуществлялось на уровне такой регалии, как царский посох. Известно, что царский посох Ивана Грозного был сделан якобы из рога единорога. Джером Горси, который описывал свой прием у Ивана Грозного, зафиксировал слова Ивана Грозного: «Принесите мой царский жезл, сделанный из рога единорога. Этот жезл стоил мне 70 тысяч марок, когда я купил его у богачей Аугсбурга. Найдите мне несколько пауков». Царь приказал своему лекарю обвести на столе круг, пуская в этот круг пауков. Он видел, как некоторые из них убегали, а другие подыхали. «Слишком поздно, он не убережет теперь меня». То есть рог единорога, как противоядие, как целебное такое, так сказать, явление, использовался в данном контексте и в виде царского посоха. По сообщению Жака Мажорета, в царской казне в начале 17 века хранились два целых рога единорога, затем царский посох, сделанный также из этого рога, и еще половина рога, который повседневно пользуется в медицинских целях. Надо сказать, что мы не можем, к сожалению, проверить, из чего были сделаны эти рога, из бивни нарвала или какого-то другого животного, поскольку эти вещи попали в руки польских захватчиков во время смуты и погибли. Причем специально описывается вот разграбление казны, и что именно вот эти рога, значит, вот исчезли, к сожалению. Посох царя Михаила Федоровича был сделан уже из слоновой кости, так что к рогу единорога отношения не имел.
Еще одно животное, которое тоже было близко и сопоставлялось с единорогом, это был лев. Ну, это известная ассоциация царской власти с эмблематикой льва. Здесь важную роль играло библейское описание трона Соломона, которые украшали изображение львов у подножия трона и изображение 12 львов на 6 ступенях, которые вели к трону Соломона. По подобию трона Соломона были созданы также троны византийских императоров. Там очень интересно присутствовала некоторая механика, которая в момент, когда были аудиенции у византийских императоров, происходили определенные, так сказать, вещи. Эти львы рычали, они, значит, вращали глазами, трон поднимался, как бы взмывая вверх. Рядом стояли, значит, деревья с птицами, которые пели. То есть, в общем, все это приводилось в некоторое движение. Русские троны русских государей также были связаны, ориентируются вот на этот библейский образец. Так, Станислав Немоевский при описании трона Лжедмитрия I отмечает, что у подножия трона находились два больших серебряных льва, но позолоченные. Колонны у трона утверждались на двух лежащих серебряных львах вышиною с волка, говорит другой свидетель. Особенно ярко была представлена львиная тема в оформлении знаменитого дворца Алексея Михайловича в Коломенском. Дворцовые ворота были украшены фигурами деревянных львов, приходивших в движение и издававших рев, а четыре механических льва располагались и на ступеньках у трона Алексея Михайловича. Вот здесь вы видите львиные ворота Потешного дворца. Это львы, которые сейчас хранятся в Коломенском. Далее, Вика, будьте добры. Декор Потешного дворца. И дальше окно Грановитой палаты. Это наиболее раннее изображение льва в декоре белокаменном царских палат. Конец 15 века. Львы и звезда. Львы также использовались для украшения тюремного дворца, при этом вот эти верхние гирьки, которые над входом, там, значит, лев, который держит в пасти определенный предмет, значит, как некий символ, так сказать, молчания, тишины, благоговейной тишины, которая должна устанавливаться при входе в царский дворец. Надо заметить, что и настоящие львы были тоже в Москве в период Московского царства. По сообщению Генриха Штадена, во рву у Кремлевской стены, это знаменитый Алевизов ров, вырытый в начале 15 века, при Иване Грозном жили живые львы, которые были присланы английской королевой. То есть они непосредственно был такой, так сказать, определенный зверинец у Кремля. Очень популярным было сочетание льва и единорога. Оно тоже опиралось на одно из описаний трона царя Соломона, апокрифического, правда, где львы и единороги украшают навершие этого трона. Сочетание льва и единорога можем видеть тоже в самых разных предметах. Очень популярно было на изданиях Московского печатного двора. Дальше. Ну, вот здесь тоже разнообразные львы и единороги. Это, конечно, сопрягалось... Дальше, Вика. Конечно, сопрягалось и с текстами «Голубиной книги», о чем уже говорил Вячеслав Всеволодович сегодня. И очень интересно сочетание эмблем льва и единорога рядом с различными эмблемами неба, времени, часов и так далее. Вот знаменитый декор Спасской башни верхней. Значит, если мы присмотримся к вот этим фигуркам под часами, мы сейчас увидим, значит, неких условных типа медведей. Вот, а на самом деле это были когда-то львы и единороги, которые были сделаны мастером Христофором Головеем в 20-е годы 17 века под часами. А над часами изображение павлина с раскрытым хвостом, что символизировало звездное небо. Дальше. Также лев и единорог, ну это современный, конечно, печатный двор, наш историко-архивный институт, но воспроизводит старый декор, также с часами. Вот, и очень интересны были лев и единорог в столовой палате Коломенского дворца. Это палата, в которой крыша была лазуревого цвета, а внутри купол был украшен изображениями небесных светил, звезд, знаков зодиака, путей планет, там, эклиптика и прочее. То есть, в общем, такой как бы примитивный несколько средневековый планетарий. Наверху было тоже изображение льва и единорога. В этом контексте лев и единорог могли, вероятно, символизировать Солнце и Луну.
Еще различные экзотические животные, которые тоже мы видим в оформлении различных регальных предметов. Грифон, одноглавый орел, иногда несколько животных. Вот, например, садак большого наряда царя Михаила Федоровича 1627-28 года. Здесь четыре, будьте добры, Вика, еще дальше, еще один раз. Да, здесь четыре животных, которые имеют в лапах четыре государственных регалий. Одноглавый орел, грифон и лев, и единорог. Возможно, вот это сочетание этих четырех животных восходило к композиции символов четырех евангелистов. К сожалению, мы очень мало что можем сказать, собственно, о эмблематике, потому что она не расшифровывается в текстах современных. Дальше. И еще четыре животных, тоже сочетание очень интересное. Мономахов трон 1551 года в Успенском соборе, царское место Ивана Грозного, в основании которого лежали четыре животных. Дальше. Так, и еще раз. Четыре животных, которые, к счастью, известно, как они назывались. Значит, один был лев, другой уена, вот это как раз уена. Вот, и два аскрагана. Кто такие эти аскраганы, никто не знает. Но, вот, но эти животные, конечно, восходят к знаменитому видению пророка Даниила о четырех животных, вышедших из моря, символах четырех царств. Уена в данном случае это медведица, зверь, подобный медведю или медведице, который символизирует персидское или вавилонское царство. Соответственно, на основании этих четырех царств уже выросло московское царство. Дальше. И еще некоторые животные, которые менее известны, но тем не менее присутствовали. Это самые мелкие деньги Московского царства 16-17 веков, полушки серебряные. Значит, на копейках и на деньгах изображались всадники с копьем и с мечом, а на полушках изображалась вот такая птичка, значит, и надпись «Государь» на обратной стороне монеты. Птичка это была голубь, потому что на некоторых монетах у этой птички в клюве веточка. То есть это голубь Ноя, значит, вот такой символ благой вести, который помещался как, в общем, эмблема, вполне официальная государственная эмблема. Дальше. И еще три эмблемы, которые просто невозможно пройти мимо. Обратите внимание, это столб Грановитой палаты Кремля. Восходит это изображение к концу 15 века. Центральное место – дельфины. Дельфины и вокруг еще масса интересных животных. Ну, дельфины можно считать как бы таким декором, если бы они не повторялись еще в нескольких местах. Дальше, Вика, будьте добры. Трон Василия III, да, с ручками тоже в виде дельфинов, хотя это европейская гравюра, но тем не менее. Дальше. Потешный дворец, пожалуйста, декор тоже с изображениями дельфинов. Вот, сложно сказать, значит, это, конечно, влияние ренессансной такой эмблематики, да, но какой смысл вкладывался в России, довольно проблематично сказать. Возможно, вот то, что дельфины спасают утопающих, то есть, значит, могут спасти, так сказать, человека в грехопадении, да, как-то, так сказать, приподнять его, может быть, это имело смысл. Второе экзотическое животное – это слоны. Вот, это очень интересно. Дело в том, что слоны – это были такие, так сказать, известная традиция подарков слонов правителям, начиная с Карла Великого, как мы помним, Харун аль-Рашид подарил слона, да? Но и русским тоже царям дарили слонов, Ивану Грозному в частности. И вот рядом с этим зверинцем у стен Кремля, где были львы, у Спасских ворот некоторое время в Москве в 16 веке стоял слон, прибывший из Аравии, то есть всех прибывающих к царю через Спасские ворота Московского Кремля встречал живой слон, то есть, значит, вот самое сильное, самое мощное животное. И в некоторых тоже регалиях вот это алмазный трон царя Алексея Михайловича, восточной работы персидской, здесь тоже изображены слоны. Ну, декор, конечно, декоративные, так сказать, элементы, но тем не менее существенно, что это некий вот такой, как бы, дипломатический царственный дар. И последнее животное. Майя, будьте любезны, следующий нажмите. Последнее животное, еще раз, о котором я хотел сказать. Вы знаете, это попугаи. Вот дело в том, что с 1640-х годов очень большое количество попугаев на разных предметах царского обихода. Вот здесь золотая геральдическая тарелка Алексея Михайловича 1675 года. Здесь изображены гербы разных русских территорий, в том числе, значит, декор, который их соединяет, это плоды с попугаями. Ну, казалось бы, декор как декор, да, но в то же время есть попугаи на садаках царских, есть попугаи в декоре Теремного дворца и Потешного дворца, на многих предметах царского обихода. Майя, будьте любезны, быстро. Дальше. Вот, например, церковь Троицы в Никитниках, попугаи. Дальше.
потешный дворец царя Алексея Михайловича, тоже попугай, дальше. Изразцы 17 века с попугаями, дальше. Да, ну и так далее. Еще книжные переплеты. Да. И, наконец, двойной трон царей Ивана и Петра Алексеевича наверху тоже увенчивают изображение попугаев. Вот здесь это очень интересно, конечно, но было связано, наверное, с двумя такими интерпретациями попугаев в символике европейской. С одной стороны, попугай подражает человеческому голосу, то есть это как бы метафора подражания человеком голосу апостолов, славивших Господа. Попугай — единственная птица, которая может тоже славить Господа. И с другой стороны, очень интересно, что существовало мнение, что перья попугая не мокнут от дождя, и таким образом попугай символизирует как бы чистоту, непорочность, нетронутость грехом. И в сочетании с разными, так сказать, плодами и цветами символизирует таким образом приобщение к раю и к райскому саду. Все, спасибо большое, извините, что я долго. Я не являюсь специалистом, вот мне интересовало вот у нас управление эмблемой